Да, нашли красный кнопку. На моторе красную кнопку нажми. И держи. Нажми. Все, молодец, спасибо. Так, что у нас свет? Наверное, ваш нет? Питер, паук. Там сзади нет? Ничего. Сзади. Белла играла с мотыльком, он у нее повис на волосах. Что ты здесь не мел? Ну не холодно, вот страшно. И со мной. И со мной. И со мной. Он стоит, нет? Не стоит? Белла, не пугай ребенка. Пришли на мель покупаться. Белл, ну не брызгайся, пожалуйста. Зачем тебе ведро, Белл? Не держи за руль. Это не тебе не держи. Руль отпусти, возьми за борт, вон. Написание «Слеженная стойка», чтобы держаться за поручни. Ну что, Буняш, тепло ли тебе девица? Тепло, тепло, матушка. Давай, снимай кофту. Мы вылезли. Папа пошел в гости. Вот на ту яхту. Панду. Да, яхта называется «Панда». Из-за того, что у нее кильф очень длинный, подойти ближе она не может. Вот этот белый буй ограждает мель, на которой мы сейчас стоим. Но мы сюда пришли специально, потому что здесь глубина от пояса до колен. И можно безопасно всплывать с детьми. Собственно говоря, сегодня здесь очень многолюдно. Одни уходят, другие приходят. С учетом того, что в большинстве мест по берегам Пироговского водохранилища бросать якорь запрещено, по крайней мере, знаки стоят, то это отмель. Очень хорошая альтернатива. А теперь дай якорь. Якорь меня найдет.
Ну ладно, давай. Первый раз меня укачало на яхте. До этого момента никогда не укачивала. Но пока яхта стояла здесь на мелководье, а я после купания укладывала Олежку в каюте, и нас разворачивало во все стороны, потому что на мелководье волны ощущаются очень сильно. Меня укачало, причем пока я лежала, все было нормально, а вот когда встала, почувствовала, что что-то не то. Не наступай на этот. На что? На жилет. Отодвинь его, пожалуйста, ручку. Нравится тебе на яхте? Да. И где искать? Только жалко, что мы их панде отдали. Какой панде? Лодки. Под названием панда. Мы их просто не успеем приготовить. Да. Что мне завтра? Ту-ту! Отъезжаем на поезде. Смотрите, как сильно качает. Когда без шверта на мелководье. Витя нас пытается вывести куда поглубже. Юрген, шверт готова? Давай. Отпускать? Да. Мы решили обойтись без двигателя. Нет, у нас есть двигатель. Одной папа силой. Одна уже не силой. Одна папа сила? Да, одна так. Папа сила. Шверт в воде? Да, шверт в воде. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы всегда рады общению. Вот так вот. Папу укачало. Его рвет за борт. Ладно, это шутка. Он откачивал воду просто. Из-за борта. Да, из-за борта в яхту. А то там воды слишком много, пришлось откачать часть. Вон, губка потёрла нормально.